Пока охрана спит, в Николаеве неизвестные похитили из ювелирного магазина в супермаркете 5 килограммов золота. Как сообщили в полиции, в 2 часа ночи четверо в масках разбили стеклянные двери маркета и вынесли сейфы с драгоценностями на 3 миллиона гривен. Охранники крепко спали и спохватились только в 5 утра. Сигнализации в помещении не было. Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения.